А теперь вести с ледяных трасс. 27 января во Владивостоке на озере «Юность» состоялся второй этап открытого чемпионата Владивостока по мотокроссу на льду. Напомню, в этих соревнованиях принимает участие славянская гонщица Юлия Наумова. Она выступает в классе 65 кубиков. На втором этапе наша спортсменка снова заняла четвертое место. Вся гонка выдалась очень напряженной. Погода создавала для спортсменов дополнительные трудности. Непривычно высокая температура для января стала следствием того, что ледовая трасса местами была покрыта водой. Но несмотря на это, гонщики смогли показать настоящее ледовое шоу. Присутствовал на чемпионате и глава Приморья Олег Кожемяка. Он поздравил всех участников соревнований и отметил важность проведения подобных мероприятий. Мотокросс – это один из любимых видов спорта жителей Приморья. Мы со своей стороны в этом году добавляем значительные средства, порядка дополнительно еще 5 миллионов. Думаю, что это не предел. Спорт дорогой, он требует внимания со стороны государства, со стороны спонсоров. Поэтому будем делать все, чтобы также высоко держалась марка мотоспорта, как она и была в былые годы. Следующий третий этап чемпионата состоится 10 февраля, также во Владивостоке на озере «Юность».